в августе 2017 года мой коллега Иван Печерей давал по моей просьбе комментарии приказа Минздрава России 514-Н. Приказа Минздрава России 396-Н в порядок проведения профилактических медосмотров несовершеннолетних внесены изменения. Ввиду того, что Иван Печерей занят, комментарии приказа он предложил дать мне, что и делаю. Какие изменения? При достижении возраста 2 лет будет проводиться осмотр детей врачом-психиатром детским, анкетирование родителей детей, включенных в группу риска возникновения или нарушения психического развития. В случае расстройств поведения или риска их развития, связанных с употреблением психоактивных веществ, врач-педиатр станет направлять несовершеннолетнего психиатру-наркологу для диагностики клинического состояния. Соответственно, внесены изменения в перечень исследований для проведения профилактических медосмотров несовершеннолетних при достижении 2 лет в части осмотра психиатра детского. Кроме того, в возрасте 2 месяца добавлено проведение аудиологического скрининга. Изменения вступают в силу с 15 октября 2019 года.